Волонтеры центра «Мы вместе» продолжают помогать магаданцам. Сегодня людям пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья координатор волонтерского центра Игорь Розинов вместе с помощником вручили продуктовые наборы. По их словам, горожанам из группы риска в этот период очень важно меньше контактировать с другими и выходить на улицу. Сегодня, как и до настоящего дня, оказывали помощь, вручали продуктовые наборы наименее социально защищенным слоям населения, пенсионерам, инвалидам, вручаем продуктовые наборы, предметы первой необходимости, потому что в Магаданской области, несмотря на то, что первая волна заболевания, в общем-то, схлынула, ситуация остается достаточно непростой, и стараемся помочь людям, чем можем. В список набора входят продукты первой необходимости. Это крупы, чай, сахар, печенье, масло, макароны и консервы. По мере необходимости и поступления просьб от горожан, в центре «Мы вместе» идут навстречу всем, кто нуждается в помощи волонтеров.